Всем привет, меня зовут Лея, и сегодня я играю в игру под названием Roblox, как вы знаете. И я нашел новый мир, он называется Dog Hits SCP. В общем-то, здесь будет лабиринт, в котором нам надо искать кошечек. Ну и в то дело, вот, надо найти всех кошечек, но в лабиринте будут злые собаки. Вот, посмотрите, какой у меня костюм теперь. В общем-то, я выключу звук, а то будет вообще не слышно. В общем-то, надо искать нам собачек. Вот, кстати, голова злая. Вот она, видите? Это, конечно, уже странно. Пойду вот сюда. Так, а мне кажется, я что-то видел. Ёлп твою! Ай, закинули. Меня все, меня сожрали, ребята. Так, мне кажется... А, вот она. Голова, голова. Злая голова охотится на нас. Ты не пись. Ты не... Ой-ой-ой. Я взял, ребята. Я взял, я все вижу, я бегу. Бегу к двери, бегу. Закинули. А как пройдете, гады? А как пройдете? Ой-ой-ой, мне страшно все. Короче, первое испытание — это паркур, ребята. Я смотрел уже, как это делается. Ну, это не значит, что я просто все запомнил. Так, короче, вот тут, если я прыгну дальше, это фейк сейчас будет. Ой, закинули. Ха-ха, пишут. Ну, ладно, ну... А, блин, я сначала... А, я что, не сохранился, что ли? Ребята, жалко. Меня едят. В общем-то, а ключик-то у меня, если что, все открыто. Еще открыто. Вот, все. Теперь я сохранился, ребята. То есть теперь надо быть аккуратнее. Понятно. Отлично. Ненавижу паркуры. Ненавижу. Ладно, ничего страшного. Не говорите, что я вот что-то... Я просто плохой паркурист, ребят. Вы знаете меня. Вот кто меня знает... А, ребят, да. Это фейковая. Фух. Прыгнул. Теперь надо, ребята, вот сюда. Опа, вот сюда потом. А потом вот сюда. Нет, закинули. Ой-ой-ой. Меня закинули. Все. Это невозможный паркур на робуксе. Ладно, не на робуксе. Паркур по косточкам. Так. Играю я на телефоне, поэтому может быть не очень удобно. Да блин, я почти... Ладно, сейчас пройдем. 2000 years later. В общем-то, прошло чуть-чуть времени, ну я не знаю, много, мало. Вот, я, короче, смог наконец до этих косточек добраться. Как знаете, паркур на телефоне не очень удобный. В общем-то, ребята, нам, я так понимаю, надо прыгать не в голову собаки, а вот сюда. Оп, сейчас, опа, все. Так, теперь придется, наверное, вот сюда. Главное бы сейчас не умереть. Это самое главное. Так, я сейчас не уверен. Фух. Так, смог. Сейчас, подождите-ка. А, вот сюда. И вот сюда. Наконец-то, ребята. Возьмите. Я взял эту кошечку и пошел обратно. В общем-то, так, держи. Спасибо. Вот, держи. И пошли, ребята, к следующей. Ой, а за мной собака Ай, бежит собака. Бежит собака. Вы чё, офигели? Вы меня... Ай, закинули в космос. Просто в космос меня закинули. В общем-то, я понял, нам надо сюда проходить. Тут головы всякие, плохие. Так. И вот она, дверка следующая, ребята. Дверка сразу. Чекпоинт ставлю. Ой, господи, собака. Собака закинула. Так, подождите, куда прыгать? Я, мне кажется, вот сюда видел, когда проходили ютуберы. Вот тут, мне кажется, да. Ёшкин, макарёшкин, какая большая собака. Я вот точно не помню. Да, я помню, я смотрел тогда в роликах. Были такие паркуры.
Подождите, а сюда прыгать сейчас? Подождите, мне кажется, сюда надо прыгать, да? Потом сюда, потом сюда, потом вот сюда, вот так вот тут. Потом, мне кажется, короче, не буду рисковать, вот сюда сразу, на всякий случай, я не знаю, на эту можно? А, нельзя, ребят, хорошо, что я не прыгнул. Я, честно, не помню тогда, можно ли туда прыгать или нет. Так, теперь вот сюда, это, мне кажется... Потому что вот всякие короткие пути, ребята, они очень опасные. Они просто так смотрятся. А я что, с первого раза пройду? Так, и теперь нам надо вот сюда, да? Так, опа. И мы освобождаем следующую кошечку. Опа. Берем следующую и несем. Ну что ж, держи кошечку следующую. Я побежал, да, ребят, дальше. Я побежал. Собаки, вы уже достали. Побежали. За мной собаки бегут. Тут банановая кожура, не наступаем. Так. Ой-ой-ой, опять банановая кожура. Да нет! Кинули! Точно не помню, куда бежать, но мне кажется, надо бежать вот сюда. Меня сожрали. Ну ладно, ничего страшного, побежали опять. Ой-о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 й. Собака, иди отсюда. Ой, иди. Очень жалко. Побежали дальше, побежали. Ёшкин. Мне это надоело, ребята. Я хочу нормально пройти этот уровень. Ой, собаки на меня закинули. Меня что, меня... Меня поймали. В общем-то, та сторона какая-то проклятая. Не пойду я к ним больше. Так, туда я ходил. Ой, так, зеленый ключик есть, но мне он не нужен. Так, мне кажется, куда-то... Ой-ой-ой-ой-ой. Ух ты, елки, пес какой. Ребята, он меня держит. Ах ты, гаденький песик. Нет, закинули. Меня все, меня поймали опять же. Ну ладно, ладно. Так, я помню, куда бежать. Мне кажется, надо вот бежать вот сюда, так. Пока что... Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, вы что меня окружили? Головы дурацкие. Да, я забыл, что тут собак много. Ёлки-палки даже. Вот, ребят, хотите ли вы побежать? Тут собак очень много этих проклятых голов SCP. В общем, так. Надо дождаться, пока не убегут все. Ой, не дождался что-то. Побежала раньше. Так, вот сюда, мне кажется, надо бежать. И вот тут у нас сейчас будет это, пёсель. О, унитаз, ребята, телепортированный. Так, ну это, мне кажется, я тоже что-то помню. Вот наподобие что-то этого было. Нет! Нет, у меня голова одна осталась. Подождите, а я заспавнился, да? Да уж. Так, ну тут надо ниже проходить. А, или тут как? А, я понял, ребят, простите. Я не понял сначала, как проходить. Давайте наша цель будет хотя бы за сегодня достать три хотя бы кота. Три кота, ребята. Потому что, ну просто я видел, как все достают. Но нам хотя бы, ребят, надо три кота взять. Три кота. Три кота, короче, нам надо взять. Так, плывем наверх. Ой. Так, теперь следующий. Ой. Так, я понял, что это значит. Так, нам надо это вот тут проплывать, да? Все, прошел. Просто если сейчас проиграю, то придется все заново. Это понимаете, ребята? Ой, так, мне сюда не надо. Тут страшная голова. Так, сюда теперь плыть. Ой, только не подводные лабиринты. Так, теперь нам надо вот сюда. Ой, так, вот сюда. Вот. А, вот она, кошечка, вот она. Берем. Берем, взяли, ребята. Ну что ж, мы взяли, опа, три кошечки, ну ладно, так и быть, ребята, если вы поставили лайк, ну ладно, если даже не поставили, я, короче, ну так, решусь на четвертый все-таки раз. Все-таки хочу взять еще одного котенка, чтобы, ну три, ребят, ну три, это, ну это норма. Нет, я споткнулся об кожуру,
А, вот. Нет, 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 не... Не идите, я кошечку видела, а тут этот пёс, злой пёсик. Пёс или злой? Ну все, я, ладно, я обиделся. Ну, ничего страшного. Так, я помню, что там пёсили где-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, не беги ко мне. Так, я тут спрячусь, если что. Так, ну тут очень много всяких проходов. Так, а вот. Так, побежали, ребята. Нет, 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 не обратно, обратно. О, кстати, вот. Так, нет, я закинул. Блин, ребята, я почти взял. Ну, ничего страшного. Короче, сейчас нет урона. Сделаем вот такое вот. Ускорение, световой меч. Все, ребят. А, не, это на Робоксе, да? Или реально нет урона? Посмотрим. Посмотрим. Так, бежим вот сюда, мне кажется, да? Ой, за мной же кто-то бежит. Я прям чувствую. Я чувствую! Ну почему? Меня опять в космос куда-то отправили. Ладно, ладно, еще раз попробуем. Еще раз. Ах вы головы дурацкие, а не собаки. Пошли. Ой-ой-ой. Я умер даже около начала, ребят. Ну это стыд, ладно. Я попытаюсь прям так вот тут. Ой-ой-ой-ой-ой, ну почему тут так много голов, ребят, ну это невозможно. Почему тут так много их? Короче, я за пацаном побегу, ладно, нет, не побегу, я обратно, я боюсь. Тебе голова. Опа, мы троллим, ребята. Ладно, побегу, реально уже не смешно. Ой-ой-ой, ты зачем ко мне ведешь голову эту дурацкую собачью, ну? Так, подождите, я тут видел красные ключи. Где-то красный ключик видел. В этом лабиринте можно использовать. Так, унитаз я этот видел уже. А, оранжевый, кстати, есть, ребята. Так, вот он. У меня есть оранжевый теперь. А вот он и оранжевый. Так, опа. Кстати, около портала, я так понимаю. А, знаю, знаю. Так, знаю я это. Смотрите. Так. Так, это тут. Потому что, смотрите, тут голова. Так, тут голова, ребята. А вот тут, значит, хорошая. Нет! Ладно. Это около портала нам опять спавнится. Ну, ничего страшного. Так, потом нам вот сюда, да? А, да, простите. Я что-то забыл. Ничего страшного. Давайте еще раз попробуем. Как я и говорила, чуть-чуть приболел, поэтому не обращайте внимания на все вот это вот так. Мне кажется, сюда, да? Нет, вот, а, вот тут я помню, тут надо сразу убегать, ребят. Так, вот сюда, да, прыгаем. И вот тут, ребят, мне кажется, тут где-то такой уровень есть сложный. Так, смотрите, вот она голова. А вот тут, вот тут тоже ничего не, тут ничего нет, да? А, вот тут, да, ребята, вот это вот тут подстава настоящая. Я понял, смотрите, мы сейчас бежим вот сюда. Потом, это на память тут задание. Потом вот сюда. Так, потом мы, ребят, бежим вот сюда. Потом, разумеется, ни в коем случае, так. А вот видите, вот тут, вот тут не надо бежать. Так. Так, как тут сделать? Я что-то не помню, ребят. Вот, видите? А, видите, тут надо сразу бежать. Тут как бы такая вот тут очень сильная подстава. Очень сильная. Опа, вот сюда. Так, вот сюда. Да, сейчас. Так, не сюда. Значит, вот сюда, ребят. Нет, ну почему я упал? Я упала, ребята. Ну давайте последний раз, ну попробую, я попробую. Я помню, мне кажется, да, да, есть такие уровни хитрые очень. Вообще, прям за это лайк отдельный. Так, подождите, сюда потом, да? Так, вот сюда. Нет, ну как, я что-то не поняла. Так, тут, я так понимаю, там лабиринт какой-то, что ли. Я не знаю, просто сейчас. Попробуем еще раз. Ну, я просто не знаю, это тяжело. Согласен.
Согласен, тяжело. Так, вот тут эта собака. А вот теперь вот тут уже начинается сложно. Так, подождите, может я какой-нибудь проход увижу? Видите, оно закрывается еще. А, вот она, ребят, я увидел. Вот она, ребят, все, все, я прошел. Теперь мы смотрим вот тут. Так, там собака, я вижу. Так, а вот тут? А вот тут нету. Да? Так. Нет, ребята, ну почти. Я такой тупой, простите. Так, все, давайте. Последняя попытка. Просто мне последняя уже. Сюда. Я помню. Потом ни в коем случае сюда не прыгаешь. Потом вот сюда. Так, вот сюда не надо. Потом. Так. Вот сюда, мне кажется, да. Вот тут ты встаешь. Вот. Так, вот тут встаешь. Так, там собака, а тут? Так, а тут нет собаки, ребят. Ой. Так, и вот тут, вот тут, ребят, очень вот такой вот тут. Так, там собака. Она вот сюда, да? И вот тут, и тут, мне кажется, вниз, да? Ой, нет, я почти все, ребят, последний раз все. Все, я, мне кажется, я уже не пройду. Это тяжело, мне просто уже все кружится потом после этого. Вся голова моя. Потом вот тут такая вот тут подсказочка интересненькая. Так, потом вот сюда. Не, не вот сюда. Потом вот сюда, ребята. И потом не сюда, а вот сюда, ребята. Последнее. Вот так. И вот так вот тут, ребята. Все. И, короче, мы вернули всех кошечек. На, вот, все. Ну что ж, ребята, я выполнил свою цель, 4 кошечки нашел. Поэтому спасибо за просмотр. Молодцы, если досмотрели. Всем пока-пока. И подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока.